Глава республики встретился с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Король поп-музыки приехал в Чебоксары со своим новым шоу «Другой». Эта постановка уже не первый год гастролирует по России и собирает полные залы. Чем певец удивил чебоксарского зрителя? И чем его в очередной раз поразила Чувашия? Моему коллеге Дмитрию Ковалеву Киркоров дал эксклюзивное интервью. Зачем мне тебе заря? Звезды падают моря, и срывая якоря, прожит душа моя. Это была по-настоящему громкая премьера. Впервые свое шоу «Другой» Филипп Киркоров поставил 3 года назад на сцене Большого Кремлевского дворца. Масштабы концерта поразили всех музыкальных критиков. Яркие спецэффекты, компьютерная графика. Над каждым номером работали лучшие режиссеры и хореографы страны. Теперь эту постановку ставят в один ряд с проектами западных звезд. Сам Киркоров признается, что получится в итоге, изначально не знал никто. Творческая команда певца старалась экспериментировать. Большое театрализованное действие, где задействованы и артисты балета, и цирка, и иллюзии, и фокусы, и смена костюмов, и потрясающие дизайнеры. И, конечно же, песни разные, новые, старые, песни любимые. В провинциальных городах народный артист дает не менее масштабные концерты. Вместе с ним по регионам путешествуют более 50 человек и 2 фуры с костюмами и аппаратурой. Столица республики шоу «Другой» король поп-музыки исполняет на бис. Вообще вспоминает певец. Его концерты в Чебоксарах всегда проходили с аншлагом. В Чувашию он успел влюбиться давно. В Чебоксарах я был впервые лет 25 назад, может быть, на заре своей карьеры. И выступал на стадионе. Может быть, кто нас сейчас смотрит, помнит этот концерт. Но это было потрясающе. Я что-то запомнил этот свой приезд. Сейчас я проехался по этой республике, по вашей. Дороже у нас нет. Нету бездорожья. Прекрасные дороги. В всяком случае, та трасса, которая меня привела из Йошкар-Олы к вам, она была безукоризненна. Вернуться в Чебоксары Киркоров пообещал в ближайшее время. В следующем году он презентует очередную концертную программу и отправится с гастролями по стране. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.